В Ярославле начался ремонт помещений для будущего детского кванториума, уже второго в регионе. Он будет располагаться на базе градостроительного колледжа. Площадь будущего технопарка 500 квадратных метров. Уже выполнен дизайн-проект, подготовлена проектно-сметная документация, выполнена экспертиза, выбран подрядчик. Кстати, он уже приступил к работе. Кванториум – это центр, где дети смогут получить дополнительное образование в технической сфере. Обучать ребят будут по 6 направлениям. Это промышленный дизайн, робототехника, информационные технологии. Также появятся такие площади, как iTech-цех, GeoQuantum и квантум дополненной и виртуальной реальности. Открытие запланировано на начало учебного года. Что касается того, какие требования мы предъявляем к работам, они достаточно высокие как по качеству, так и по срокам. Для того, чтобы контроль работ был осуществлен должным образом, на объект привлечены подрядчики, которые выполняют авторский надзор и технический надзор. У нас в планах на следующий год, чтобы и в этом кванториуме, и в кванториуме города Рыбинска появились мобильный кванториум. В Рыбинске он уже появится в этом году. Сейчас мы готовимся подать заявку на конкурс, который проводится Министерством просвещения, на создание еще одного мобильного кванториума, который, вот мы надеемся, и будет как раз в Ярославле.